Всем привет! Я Анастасия Шпагина, и в этом видео по многочисленным просьбам я покажу макияж Taylor Momsen. Давайте начнем! Как всегда, я начинаю с бровей. При помощи темно-коричневых теней я рисую брови. Светлым консилером корректирую форму и придаю более естественный вид бровям. Коралловым карандашом я подвожу нижнее внутреннее веко, а затем поверх наношу черный. Черными тенями я закрашиваю весь глаз. Одним словом, рисую глаза, как у пандочки. Коралловые тени наношу на середину верхнего века. Также немного перламутровых оранжевых теней. Подкрашиваю ресницы тушью. Черным карандашом сильнее подвожу верхнее и нижнее веко. Клею накладные ресницы. Осветляю консилером область под глазами. Также закрашиваю губы. Светлой пудрой делаю кожу матовой. Этими тенями я корректирую форму носа, приближенную к форме Taylor. Наношу пудру, чтобы сгладить переход. Оттенком 0.13 подкрашиваю губы. Наношу несколько слоев, чтобы сделать цвет более насыщенным. Также бронзатором подчеркиваю скулы. Черной подводкой рисую родинку, как у Taylor. Макияж готов, и теперь я одеваю парик. Готово! Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Оставляйте свои комментарии под видео. Кого бы вы хотели увидеть в следующем видеоуроке? Желаю вам хорошего дня. Люблю, обнимаю. Пока. Para os meus amigos, te amo.